За окном туман, на душе так и тяжко мне, голове дурман. Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. А хули у меня с глазами, блядь? У меня, сори, линзы. Короче, линзы, видимо, натирают, и они покраснели. Сегодня знаменательный день для меня. Я буду записывать, как я играю в игру. До того, как я поехал в Крым, это было, ну, типа, несколько недель назад, я скачал игру, называется она... А сейчас я вам скажу, как она называется. Don't Scream. Что-то связано с мороженым. Короче, суть игры в том, то, что нужно на протяжении 18 минут бродить по лесу и по разным его окрестностям и не произнести ни звука. Ну как, звук можно, конечно, произвести. Главное, чтобы это был не громкий звук. Как настроишь микрофон. Я уже немножко поиграл, естественно. Ну так, слегка. Я дождался ночи. Сейчас у нас время 12:13 ночи. Соответственно, света я практически не включаю. У меня тут одна лампа, чтобы было так страшнее. Но тут реально жутковато у меня в комнате, потому что я постирал вещи и постирал их без кондиционера. И теперь тут воняет ебучей псиной, блять. Это просто охуенно. При том, что я постирал только толстовку, кроссовки и типа трусы. Все вместе. Мне похуй. Вода. Снюс, хорошее настроение, шоколадка. Думаю еще снять линзы и надеть очко, но я этого делать не буду, потому что в них хуево видно. Я не знаю, насколько хорошо я смогу настроить звук с этого микрофона, потому что я его подключу к OBS, ну это программа, которая делает захват экрана, и насколько будет это все хорошо слышно, ну посмотрим. Первый раз, как говорится, не пидорас. Суть игры в том, что нужно 18 минут не произнести громких звуков, а в игре будут типа ебаные скримеры. Я как понял, у нее нету, ну, логического конца. Просто нужно 18 минут продержаться, типа, и не испугаться. Типа, нельзя сделать так. Вот так вот. Блять. Да и хули пиздеть. Начинаем. Сейчас картинка пишется только с... Ебать, какие-то огромные наушники у меня. Согласны? Узнали? Сейчас звук у меня пишется только с вот этого микрофона. Делаем захват экрана и заходим... А, кстати, выключаем... Don't Scream. Я в нее играл 85 минут, но это наебка, потому что я в нее столько не играл. Я ее как-то включил и типа оставил, и поэтому в Стиме засчиталось, ну типа дохуя. Вот, ну что, начнем? А, так я наушники не подключил, блядь. Это у нас основное меню, видите, тут, короче, экранчик, ой, блядь, с помощью вот этой залупки, которую вы видите на экране. Видите, становится красным, все, я проиграл сразу же. Какой-то громкий звук и типа все. Мы его сделаем чуть, а, вот здесь надо чуть побольше. Блядь, нет, я тогда не смогу говорить, я не смогу никак комментировать эту игру. Фу, поехали. Поехали. Все, сейчас. Соблюдаем тишину. Соблюдаем тишину. Я пидорас, я пидорас. Ага. В правом верхнем углу вы видите у нас... Давайте сразу. Вот, вот что происходит, когда ты типа говоришь очень громко. Вы умерли. Ха! Так, смотрите. В правом верхнем углу... А, когда ты, кстати, умираешь, ты появляешься в новой локации. В правом верхнем углу у нас заряд аккумулятора. Я так понимаю, это от камеры. Ну, все, типа, идем. Я максимум в нее играл... Не помню сколько. Ну, немного, типа. Я так понимаю, то, что весь пиздец начнется... Ну, когда там... Когда мало времени останется. Блять. Ну, и потом будет темнеть. Надо просто сейчас ходить и... Ну, блять, просто ходить, ебать. Чего? Так, да ебать в рот, нахуй! Я даже не испугался, мне не было страшно. Я просто немножко, ну... Голосом поработал своим ртом. Все, давай заново. Но тут, когда умираешь, новая локация. Все, я громко не буду разговаривать. Настроил так, чтобы я реально... Да иди нахуй, маму ебал, блядь. Разработчик, сука. Ребята, я не могу пройти игру. Чисто на первых секундах тип сразу умирает. А просто тише разговаривать. Ладно. Мне уже страшно.
У нас есть рядом, называется стадион «Динамо», и там, короче, такие же скамейки стоят, там шашлыки жарят. Вот пока я ходил. Да, блядь, да ну нахуй! Ну, типа надо настроить громкость по-другому, может быть. Я так ничего говорить не могу. Да и нахуй вам слушать мои разговоры, правильно? Новая локация. Ну-ка, а если... Сука, умер от отрыжки, блядь. Рыгнул и сдох. Охуенно, блядь. Чисто тип текстурок. Ну, ебать. Ну, сырая игра еще. Сырая, сыровато. Надо было получше сделать. Ну, пойдем по проводам. Провода нас куда-то приведут. Ну, типа, пока вообще не страшно. Что, база какая-то? Слышите, как музыка нагнетается? Там все подолгу, это пиздец. Я вот, кстати, не знаю, меня вообще слышно или нет. Надеюсь, что да. Я просто стараюсь говорить очень тихо. Короче, садится батарея у фонарика, и надо искать еще батарею. Хочу кока-колы. Хочу кока-колы. Я уже вижу мразей, которые там висят. У меня мурашки по телу, по коже. Покажи пизду. Покажи пизду. Где твоя пизда? Где твоя пизда, блядь? Так, ребята, видео отменяется. Я собираюсь подрочить на ноги. Идем дальше. Чисто в пятерку зашел. Ой, блядь. Не накручивай себя, не накручивай себя. Кто, сука, открыл вот эту ебаную дверь? Батарейка нам нужна.
очень громко. Очень громко. Вот какова вероятность, что там сейчас кто-то за дверью стоит? Мне кажется, 100%. Охуенно. Там уже темно. Там уже темно. Ебанулись, блядь. Я оборачиваться даже не буду. Мы уже 4 минуты продержались. Самое страшное — повернуться и увидеть ебаный скример. Ускоряемся. Я какие-то фонари вижу. Пойдем к фонарям. Будет интересно, если я просто пойду по дороге. Тоже слышите? Кто-то пиздит. Видите? Опа. Фонари. Я тут. Просто ебанутые мурашки. Ну, мы уже почти 6 минут продержались. Это еще что за хуйня? Тени? О, показатели есть. Вы заметили, что как будто бы оно реально долго идет время? Типа туда идти надо? Да? Сейчас, блядь.
Продолжим. Никого нет. Я ведь знаю. Скримеров я не знаю. Слышу, кто-то пиздит. Видите, чем меньше времени остается, тем больше скримеров. Больше нагнетает. Вот там кто-то есть. Похуй, иду туда. Мразь ебаная! Блять, ну, короче, тут, ну, очень сложно. В плане того, что я так настроил, что, типа, реально. Ебать, иди нахуй, заново все. Короче, первые 10 минут нихуя интересного нет. Можно просто стоять. Вот так. Но мы этого делать не будем. Давайте. А, смотрите, тут нельзя просто стоять. Видите, стоит и время не идет. Умно, умно. Опа. Нихуя себе. Японская порнуха? Подрочим. Ладно, пока можно расслабиться, нихуя страшного тут сейчас не будет. Я хочу спуститься к водоему. И крючок тут был у них. Да блять, ёбаный в рот, ну... Блять, а на сотке вообще это реально сделать или нет, если настроить типа на 100? Я думал, видео коротким получится, походу нет.
Мне похуй, я иду к водоему. Страшно. Типа просто ебаная топь. А, на воду нельзя спуститься. Ладно. Или мы с той стороны были? Блин, мы что, были или нет? Вот. Стул 100% должен будет потом качаться. Это база. Маска. Не страшно. Как думаете, есть что-то там сейчас за дверью или нет? За стеной. Проверяем. Нет, нихуя нет. Просто светло еще. Ограничение локации такими высокими стенами. Выше подняться начни. Thank you.
страшно. Ну, страшно, пиздец, конечно. Я боюсь, что когда я открою рот, выскочит какая-то хуйня, и я начну все заново. Поэтому я просто молчу. Слово.
пиздец, как ненавижу пауков. Типа, все, я понял.
Я понял вас, ребята, что если... Короче, если садится батарейка, ты тоже умираешь. Ага. Надо запомнить, смотрите, тут на... Так, на ровный север есть батарейка. Запомним. И будем ждать. Батарейка, пока можем побродить. Потом, когда заряд будет кончаться, придем. Нам заряда хватит ровно на, ну, типа, что там, 4 минуты мне оставалось. Батарейка уже села. Окей. Окей. Сейчас тепло надо побродить. Интересно, они еще меняют расположение батареек или нет? Еще одна? Я думаю, что тут ничего нового не будет за это время. Типа, 3 минуты прошло, еще светло. Типа, не так страшно.
Сегодня у меня осталась буквально минута, чтобы пройти эту игру, и у меня кончились батарейки, ебаные. Короче, ребята, что по итогу? Я прошел все-таки эту игру, в конце просто заканчивается время, и в самый последний момент вылазит баба с крупным ебалом. Все, типа, и там то, что, ну, что-то, короче, вы прошли, типа, игру. Че? Я даже не понимаю, куда я иду. Было страшновато, но не настолько. Осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
три, два. Что значит? Что вам еще хочу сказать? Игра интересная, у нее вышло несколько обновлений. Ну, там есть какая-то вроде бы психбольница и что-то еще. Тут у нас типа лес, ну и его окрестности. Ну, типа реально интересно, реально крипово. Я играл, ну, в нее немножко играл днем. Это совершенно не то. 100% нужно играть в хороших наушниках. У меня хорошие наушники. Чтобы, знаете, вот этот звук вокруг. Блять, очень страшно. К тому же, когда ты еще в темноте, ну это пиздец. А если я выключу свет? Что будет? Вот в такой обстановке. Я не знаю, правда, насколько камера хорошо это запишет. Но... В целом, кстати, неплохо, блядь. Ну, блядь, так еще страшнее. Блядь, вот так еще страшнее, реально. Типа, это реально очень страшно. Ладно, возможно, в следующий раз. Это был пробный раз, так что, если вам понравилось, напишите. Если, ну, типа... Я еще, конечно, выбрал такую игру, где, типа, ну, надо молчать, вообще ничего не говорить. Ну, ладно. В целом, если формат вам... В целом, если вам формат такой заходит, то дайте мне знать. Я не знаю, где это вы видео посмотрите, на Ютубе, либо у меня в Телеге, либо у меня ВКонтакте, либо по телевизору. Я не знаю. Всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вы это видео смотрели не ночью, а днем. Пока!